Отработав смену, городской общественный транспорт возвращается на базу, в ЕТК. И хоть с маршрута автобусы уже ушли, рабочий день еще не окончен. Их ждет мойка и дезинфекция. Единая транспортная компания продолжает проводить дезинфекцию всего подвижного состава. Дезинфекция проводится ежедневно. Во время работы на линии она проводится водительским составом, обрабатываются поручни, обрабатываются сиденья. А по возвращении в гараж автобусы моются, проводится орошение поверхности, проводим влажную уборку салона, также протираем поручни сиденья. Дезинфекция – важная часть ежедневной работы. Делается все необходимое, чтобы обезопасить пассажиров от коронавирусной инфекции. Это уже генеральная уборка. В течение дня водители после каждого круга по маршруту своими силами проводят обработку рабочих поверхностей. Тряпка, жидкость. Начинается с поручней. То есть вот таким образом. Для дезинфекции используется специальный раствор, содержащий безопасное для человека количество хлора. За день водители успевают таким образом обработать салон 6-7 раз, а уже на базе каждый автобус ждет полная дезинфекция. Сначала мойщик заходит, моет его, потом он куда уже идет с заднего прохода, уже захожу я, чтобы уже побыстрее, пока он раздамывает, я уже заканчиваю обрабатывать. Минут 4-5 минут это уходит на один автобус. Все для того, чтобы утром на линию выходили чистые и продезинфицированные автобусы. Переживать за эпидбезопасность пассажирам не стоит. От них требуется только оплатить проезд и быть в маске. Виктор Лукьянчиков, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.